Друзья, привет! Фамилия Санкт-Петербург. Рекомендую досмотреть до конца, будет очень интересно. Приятного просмотра. Аксессуар для ванны, для деток. Мини-коврик, 6 штук. Мягкий, на присосках. Классно. 200 рублей. Есть вот такие уточки. Розовые, вообще классные, красивые. Все. Какая прелесть, друзья. Мини-коврик для ванны, 6 штук. Морские звезды, 130 рублей. Можно на дно, наверное, положить, чтобы не скользко было. На присосках. А, это для деток можно развитие моторики, воображение, эффект массажа. 130. Вот есть другого цвета, желтые с синеньким. Так, сейчас посмотрим еще. Там такие же. Подложка ванна, смотрите, осьминожка. Так, 150 рублей. И есть еще вот такой вот. Монстрик с глазами. 150. Массажер. Все упаковано. Так, 170 рублей. Для лица способствует улучшению кровообращения, сокращению отеков и морщин. Две штучки их. Какая красивая банка. Это керамика. Если сутин уценили, стоит 200 рублей всего. Вот в такой коробочке продается. Очень красиво. Такую красавицу тоже уценили. Это керамика. 200 рублей сейчас стоит. Классно, правда? Такой набор. Две бутылочки. Так. Сейчас стоит 170 рублей. Емкости для масла, для уксуса. Посмотрите, какие классные. Они на подставочке с оливками. Классная оценка. Очень выгодно. Бутылочки на сено-зеленой подставке. Тоже оценили. 170 рублей. Так, это емкость для масла и жаропрочного стекла. Почему-то нет одной проволочки. Вот так в коробочке они. 400 рублей. Масленка. Посмотрите, какая красавица. Стекло резное. 560. Ой, 80. Оценили сейчас. Это блюдо из бамбука с крышкой и ручка вот там. Из бамбука. Колпачок пластиковый. Нет, стекло. Кстати. 1200 стоит. Такая емкость для сахара. Или для чего-нибудь еще. Ложечки, правда, нет. На бамбуковой подставке стоит 350 рублей. Все еще есть. Вот такая баночка на подставке с деревянной крышкой. Вот такая вот. 370. Так. Для специй две соушки на деревянной подставке. 400. Это что у нас? Это конфетница, стекло, 150 рублей. Креманка, стекло, вот такая вот, 150. Друзья, смотрите, какая прелесть. Это подставка под яйцо, курочка такая. Это керамика, 200 рублей. Вот в такой коробочке. И милые емкости для специй, вертички на деревянной подставке. 350 рублей. Вот в такой коробочке. Смотрите, какой соусник шикарный. Нержавеющая сталь. Стоит 500 рублей. Вот в такой коробке. Подставочка для яйца. Керамика. Такой в коробочке 230 рублей. Зайчик, это подставка под зубочистки, керамика.
250 рублей. Смотрите, какие монстрики. Это форма для печенья. Такие прикольные. Так, уценили. 109 рублей. Класс. Крышка из силикона универсальная. Альтернатива пищевой пленки, прихватка, компактность, герметичное закрытие кастрюли. Вот такая вот крышка. Стоит 200 рублей. 26 в диаметре. Как брызгу улавливатель. Вот тут ручка посерединке, видите? Такая нержавеющая сталь с покрытием. Уценили 109 рублей. Так, интересно, вот сковорода с антипригарным покрытием. Вот с такой штучкой подарок. То ли форма это, не пойму. Кто знает, напишите, пожалуйста. Так, стоит 900 рублей. 24 сантиметра. Литой. Кованый алюминий. Вот две штучки их. Чайник вот такой вот цветной, с остальной крышкой. Есть окошечко с мерной шкалой на литр 700. Так, сейчас поищем, сколько стоит. Так, 1000 рублей теперь стоит нержавеющая сталь. Чайник нержавеющая сталь на литр. 900 рублей. Смотрите, какая нужная штуковина. Электрическая пемза для ног с алмазным напылением. Вот такой ролик идет. И вот такой еще. Две насадки. Так. Вот смотрите. Так, стоит это 800 рублей. Да, нужная штукенька. Мельница, она пластиковая. Работает от батареек. Четырех. Так. Сейчас уценили, стоит 640. Смотрите, какой настольный светильник беспроводной. 1300. 5 уровней яркости. Светильник черно-белый. Девятьсот. Ваза красивая, новенькая. Это керамика. 1200. Такая вазочка к низу заужается, такая как глиняная, но это керамика. 250. Такая ваза, бутылочка подвесная, 100 рублей, стекло. Горшочки разобрали, но кое-что еще есть. Так, 300 рублей, 13 на 13, фаянс. Такой же голубенький горшочек есть. Так, кашпо фаянс, 250. 250. Так, вот такой горшочек кашпо. 450. Так, а это, по-моему, еще с тараканом или с мухой. 250. Да, я себе купила такую маленькую. Керамика. Так, это 150 рублей. И змея. 300. Еще горшочки 350, поменьше 250. Так, 200 рублей, очень приятно, с черной полосой. 250 большой, 450. Вот эти уценили. Так, 190. Уже пластиковые пошли. Две кружечки вот такие симпатичные по 300 миллилитров. 200 рублей. Это фарфор. Ручки такие фигурные. Симпатичные.
Так, оценили. 90 рублей всего кружка. Фарфор. И это 90. Кружечка Люминарк. 320 мл стекло. Упрочненное 160. Вот такая. Я люблю такие прозрачные. Минимум рисунка. Кружечки. Так, оценили. 70 рублей стекло. Такая десертная тарелочка или блюдечко. 160 рублей. Керамика. Любимые салатники, тарелочки. Искусственно состаренные. Так, 360. Вот такая. 250. Ну, большая 350. Смотрите, какой цвет обалденный просто. Ну, как будто светится изнутри. Так, 360. И большое блюдо. Так, 400. Тарелка 27 сантиметров в диаметре. Цвет шикарный. А что это? 400 рублей тарелка. Керамика. Насыщенный такой вишневый бордовый. Это красотуля. Такая неровная вся, поклеванная. 400 рублей, 26,5 сантиметров. Керамика. Опа. Так. Это не скол, это не прокрас. Салатничек полосатенький. Кривой весь. 250. Две штучки вот осталось. Со стекло. Дымчатое. 150 рублей. Показывал вам такой линет с якорями, с рыбами. Вот. Что это? Это миска 16 сантиметров, 360 рублей. Керамика. Салатнички. Оценили. 160. 160. Кривуленька. 10 рублей. И есть такая же... А, нет, это такие же кривенькие. Классные. Металлические. Это керамика. 200 рублей. Оценили. 160 рублей. Керамика. Тоже кривой вещь. И такой шершавый. Очень приятный. Блюдо тяжелое стекло, резное. Сейчас уценили 120 рублей. Так, что это? Щипцы кулинарные 200 рублей. Нержавеющая сталь и силикон. Вот смотрите, какие. Так, голубые есть, красные, желтые. Щипцы, нержавеющая сталь. 150 рублей. О, еще такой вот есть. 200. Так, набор для кухни. 280 оценили. 4 предмета. Ложка, лопатка, щипцы. И черного цвета есть. Наборчик из трех ситечков разного диаметра. 8, 10, 12 сантиметров. Металл. 200. Классная серия с деревянными ручками. Так, ложка. Зеленой ручкой. 250. А внизу силикон. Вот такая вот. Доставать пельмешки. 250. Вот такая. 250. Лопатка. Чудо. 280. Для птицы. 200 рублей. Сталь и пластик. Нож разборный для резки мяса, овощей, зелени. 250. Посмотрим вот это, что это такое. Ага. Тут вот такой вот
Ой, уценили 80 рублей. Щипцы для салата. Нержавеющая сталь и пластик. Вообще очень выгодно. Какой красивый набор мерных ложечек. 5 штук. 100 рублей. Можно даже подарить кому-то. Интересно, соковыжималка для цитрусовых. Не скользкая силиконовая ручка. Так, 200 рублей. Силиконовая. Раскладывается. 100 рублей. Ой, смотрите, какая ложечка для мороженого. Ручка такая приятная, не скользкая. Так, 200 рублей. Силиконовая крышка на чашку. А заварить чай, травы, кофе, сохранить тепло, не позволит напитку пролиться. Так, уценили 40 рублей всего. Так, это же фирма, смотрите, открывашка. Вот такая вот внушительная. Тут и нержавеющая сталь, и силикон, и пластик. 200 рублей. Вот ей две штучки есть. Ну-ка, давилка. Нержавеющая сталь и пластик. Так, уценили. 160 рублей. Это более надежный призлы чеснока. Полностью с нержавеющей стали. Тяжеленький такой. 300 рублей. Смотрите, открывалка для бутылок в виде черепа. Это металл. 150 рублей. Топор. Нержавеющая сталь и пластик. 300 рублей. Для стакана. Стакан есть пластиковый. И фена. Это металл с покрытием. Устойчив к царапинам. Не ржавеет. Срок службы 10 лет. 300 рублей. И что поступило? Это кольцо для полотенец. Никелированная сталь. В коробке все упаковано. Выглядит богато. Так, 500 рублей. Серия никелированная сталь. Держатель для туалетной бумаги. Так, 350 рублей. Продолжается этот крючок никелированный. 250 рублей. Это две штучки. Стакан. Стекло матовое. На никелированной подставке, поддержке. Подвесной стакан. 400 рублей. Нечка такая стекла из матового на никелированной поддержке. 400 рублей. Проще мыльница. Пластик. Подвесной. 120 рублей. Мягкая корзина для хранения с одной петелькой. Внутри хлопок. Здесь вот такая вот рогожка. Но дорого. Текстиль 100%, 300 рублей. Такая малышка стоит. Набор трех корзин, текстиль, три штуки. С ручками. 950. Корзинка для хранения, текстиль. Он такой плотный, с ручками, 250. Такая корзина для хранения, панда. 350. Такая вот с облачками. 350. Милая. Милая корзина с ручками. Плетеная. Ручная работа. Сделана в Вьетнаме. 300 рублей. Все натуральное. Для хранения это солома. Чем-то покрытая. 400 рублей. Сидушек. 4 штуки. С завязками. Мягкие. Так, 40 на 40. Так, стоит 600 рублей. Такие сидушки более толстые с завязкой. 4 штуки, 900.
38 на 38. Не пропускают воду, влагу, полиэстер. Смотрите, друзья, это ножиточка. Выглядит, конечно, космически. 700 рублей. Искусственный корунд. Денежки привезли. Так. 70 на 140. 400 рублей хлоп. Ковер какой. Это 100% хлопка. Он такой, как будто ручная вышивка. Вот это уценили сейчас. 1050 рублей стоит. Вот видите, как он божий. 50 на 150. Другая сторона однотонная. Ой, тяжелый. А это подушка для мам. Такая и тугая, одновременно мягкая, с наволочкой. Хлопок 1200. Одна. Друзья, смотрите, какие красивые рюкзаки. 1700. Такой плотный. Там 800. 800. А это 400 вовсе. А ну-ка с попугайчиками посмотрим. Так, где ценник? Вот. 1500. Спинка мягкая, такая плотная. Карманчики. Классный. Так. Такой. 1700. Классные рюкзачки. Еще какой рюкзак. Так, 800 рублей. Друзья, какие крутые ботинки. 5200 стоят. Так, композиционная кожа и байка. Классные. Внутри мягенькие. Чушные такие. Китай. Смотрите, какие игрушки смешные. 700 рублей. Тут игрушка и плед. Слоник. Тоже 700. А вот такой смешной. Тут просто один без пледа. 800. И такой тоже 800. Ой, какой милый. Так. Ну-ка посмотрим, сколько. 800. Милые игрушки. Недешево, конечно. Но 800. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. До скорой встречи и пока.